В результате судебные приставы приостановили деятельность торгового центра. Всех его сотрудников попросили покинуть рабочие места до рассмотрения дела по существу. Будет открыто заседание суда, где будет рассмотрен вопрос об устранении нарушения. Если торговый центр «Радуга» устранила данное нарушение, предписание, которое было вручено пожарными службами, руководству торгового центра, то обеспечительные меры снимаются, и также снимается запрет эксплуатации. Если же они не устранили, и это будет выявлено в судебном заседании, то будут приняты соответствующие законные меры. Судебное заседание состоится 24 мая, а пока павильоны торгового центра пустуют. Продавцы временно остались без работы. По словам приставов, все они отнеслись к ситуации с пониманием и покинули рабочие места по первому же требованию.